Максим – воспитанник Одинцовского спортивного клуба «Доступный спорт» в деревне Ликино. Увлекается боксом давно. Спорт занял главное место в его жизни. Принял участие в состязании «Веселые старты». Все понравилось. Все, что получилось. Скакалки, вот эти эстафеты, качать пресс, прыжки, скакалки. Это мне очень сильно нравится, из-за этого у меня поднялось настроение. Более 10 эстафет, одна сложнее другой. Воспитанники спортклуба показали результаты долгих тренировок. Единороссы поддержали одинцовских спортсменов. Они подчеркнули, несмотря на небольшой масштаб, пользы от веселых стартов много. Они ребятам помогают по-настоящему дружить и все равно заниматься спортом. Потому что если их команда или он сам в чем-то не победил, да, в каком-то состязании, там, будь то отжимание пресса быстро, да, или на прыгалках попрыгать, то это все равно самих ребят стимулирует заниматься дальше и достигать, пусть маленьких, но побед. Занятия спортом для детей, ну, это очень важно. Это очень важно. Если вы вот снимали сегодня, видели, что вот это мероприятие, да, вот это, ну, борьба детей, да, за победу, она прям заводит. Самому хочется поучаствовать. Ребята разных возрастов и увлечений сплотились с главной целью – выиграть состязание. Но путь к победе тернист. Ведь тренеры подготовили немало эстафет разного уровня сложности. У нас сегодня два кружка. У нас кружки, прикрепленные к культурно-досуговому центру «Молодежный». И вот у нас кружок общефизического воспитания и кружок бокса. И мы решили их совместить, чтобы как бы была конкуренция, посмотреть их параметры как бы детей. Чтобы максимально разнообразить состязание, использовали различные спортивные снаряды. Каждый нашел эстафету, в которой максимально раскрыл свои способности. Как-то постоянно на тренировках мы на скакалке прыгаем, и для меня это было и привычно, и прикольно. Ребята зарядились положительными эмоциями и энергией. Кроме того, во время занятия Вячеслав Киреев вручил бойцам зачетные книжки, подтверждающие присвоение 3-го разряда по боксу. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».